униженный Билан отказался петь на концерте с участием Лазарева. Дима Билан оказался в центре скандала. Якобы популярный российский певец отказался выступать на концерте звезд Евровидения, потому что на афише его имя было написано маленькими буквами, да еще и после Сергея Лазарева. Концерт в Амстердаме 15 декабря состоится без Димы Билана, единственного российского исполнителя, ставшего победителем конкурса в 2008 году. Выяснилось это чуть ли не накануне. Организаторы шоу получили отказ с уточнениями. Дима Билан расторг контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам. Потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия. Цитируют представителей артиста Супер со ссылкой на сайт iCatinos. Если внимательно изучить афишу, возникнет логичный вопрос, почему победитель Евровидения оказался в общем списке позади Сергея Лазарева, который стал на песенном конкурсе третьим. Публикация фотографий из Инстаграм. Там не были выполнены определенные условия, и у нас поменялись планы, сказала помощница Билана репортерам, не пожелав вдаваться в подробности. Униженный этой ситуацией певец не выразил претензий, но заметил, что его приглашали на концерт победителей Евровидения, который вдруг превратился в сборную солянку из участников разных лет. Кстати, в сети можно найти несколько вариантов афиши. На многих имя Димы Билана стоит почти в самом начале, а имя Сергея Лазарева ближе к концу списка. Артистов расставили в алфавитном порядке. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Как сложилась жизнь отсидевшей в тюрьме звезды Дома 2. Как пережить такое, Корчевников вдруг из-за внезапной смерти. Обсмеялись. Юные участницы поясничали за спиной Волочковой. Загнали самолет, озвучены детали катастрофы MH17. И многое другое.